Все чисто. Никого нету. Прочешите округу на всякий случай. И возвращайтесь на свои места. Повезло. Мне удалось улизнуть. Заночую под мостом. Нужно отдохнуть, а ночью двинусь дальше. Слышал последние новости? Нет, что случилось? Тора попала в КВ-44 и разнесла его на атомы. Отличные новости. Скоро крепость падет и война закончится. Чем займешься после войны? Уеду в тихое место от всех ужасов войны и буду наслаждаться тишиной. А ты? Тихо. Слышал какой-то шум. Поехали, надо проверить. Похоже, этот поезд мне подойдет. Как пройти в библиотеку? В какую еще библиотеку? Тут чисто. Тут тоже чисто.